топ-5 печей каминов от компании Астов. На сегодняшний день на рынке печей каминов мы можем увидеть огромное количество предложений. На самом деле это уже десятки тысяч. И по бюджету они проходят от 15 тысяч рублей до 2-3 миллионов. Для того, чтобы разобраться во всем этом многообразии, нужно потратить достаточно много времени и сил. И одним из самых популярных производителей печей каминов на сегодняшний день является отечественная компания Астов. Оно и понятно, потому что Астов производится в России, они поддерживают адекватные цены с одной стороны, а с другой стороны они дают достаточно хорошее качество на уровне европейских печей. Тем не менее, даже у Астова на сегодняшний день наберется уже более чем десяток моделей печей каминов. И сегодня я вам расскажу о 5 самых лучших и бонусом расскажу о новинках, которые планируются выходить в ближайшее время. Так что смотрите до конца. Погнали! И первая модель, о которых мы сегодня будем разговаривать, это печка Астов R1. Оно и понятно, потому что R1 на самом деле одна из первых печей каминов, которые выпустила компания Астов. Почему? Ну потому что это на самом деле безумно удачная модель. Круглая печка, которая хорошо вписывается и при монтаже к стене, и при монтаже в угол, и даже если вы поставите ее в центре помещения, за счет того, что у нее есть опции разворота на 360 градусов, она будет смотреться круто. У этой печи на самом деле куча модификаций. Есть модель в сером, есть в черном цвете, если металлические. Есть модель с открывающимся дровником, где можно хранить разную утварь для использования печи. Есть модель на узкой ноге. Есть модель в разных видах камня. Это песчаник, это талькомагнезит, это серпентинит и это бежевый камень, мококрем. Разной высоты с теплоаккумулятором. Теплоаккумулятор дополнительно набирает тепло и способен отдавать еще какое-то количество времени. Насколько я помню, самый большой примерно в районе 2-3 часов. Соответственно, максимально универсальная печка, которую можно настроить чисто под себя. И следующая модель, о которой мы будем сегодня говорить, вторая печка, это модель Куб 800. И на самом деле это новинка, которая вышла относительно недавно, но ее ждали, реально ждали. Потому что 80-сантиметровая топка по ширине — это реально внушительно. Большой размер, но самое главное, что есть две разных модификации топки. Одна с фронтальной дверцей и фронтальным стеклом, вторая с тремя стеклами, которая дает максимальный обзор. Это первая на сегодняшний день печка Астов с тремя стеклами, и она реально привлекает к себе внимание. Кроме того, есть две разные модификации по основанию. Есть, соответственно, стандартный квадратный дровник и есть специальная декоративная полка, где печку можно поставить со смещением либо вправо, либо влево, либо по центру. И снизу точно так же можно хранить дрова. И если вы тоже мечтаете о хорошей, качественной печи в свой дом, которая будет красиво гореть и давать достаточное количество тепла, то ставьте лайк этому видео. Следующая модель, без которой, наверное, топ не может обойтись, это Кубус 500. Это самая маленькая печка от компании Астов, самая недорогая из всей линейки, но, тем не менее, безумно популярная. За счет чего? За счет того, что, несмотря на то, что она недорогая, в ней сохранены все технологии Астов, которые делают эту печку крутой. В первую очередь, это качественный вермикулит, который увеличивает температуру в камере сгорания, делает горение объемным и красивым. Это современная система подачи воздуха, где воздух подается на горение сверху плотным потоком, и стекло очищается и не коптится во время работы. Кроме того, там установлен двойной отбойник, то есть дымовые газы перед тем, как выйти, делают двойной оборот, что также увеличивает КПД. Кроме того, это также подовая печка, где
основной воздух на горение подается сверху, и эта система горения тоже более эффективная, чем классическая колосниковая, где воздух подается снизу. То есть крутая современная печка, но при этом по приемлемому бюджету, на которую обращают внимание. Следующая модель печи — это на самом деле уже даже не совсем печь. Это настоящий камин, но готовый камин. Это модели Astov Aplit. Они делаются на базе различных топок. Есть топки с боковым открыванием, такие как M700, M800, или топка с двумя стеклами P2S 700 и 800. И есть даже топки с подъемным механизмом, где дверца поднимается вверх. То есть это, например, модель P2S 8457 угловая, либо модели с тремя стеклами, где дверца поднимается вверх. И на самом деле на сегодняшний день это одна из немногих печей камин, то есть именно готовых решений, которые при этом можно топить в открытом состоянии и смотреть на живой огонь за счет существования подъемной дверцы. Но, конечно, злоупотреблять этим не стоит, поскольку все-таки эти печи больше рассчитаны именно на закрытое горение. Поскольку это уже готовая топка в облицовке из декоративного силиката кальция, который может быть покрашен в любой цвет, может быть сделан разной высоты по вашему запросу. Есть ряд ограничений, но для того, чтобы их узнать, вам нужно связаться со специалистами. Можете перейти по ссылке в описании, вам там подробно расскажут. Тем не менее, это, по сути, полноценный камин, только который не нужно собирать как какую-то конструкцию отдельно. То есть он приезжает вот такой, как есть, он собирается в уже, например, чистовое помещение, не нужно все закрывать пленкой для того, чтобы его смонтировать. Он монтируется легко и быстро, стоимость монтажа его значительно меньше, и вы получаете камин, который немного весит относительно остальных каминов, которые делаются из материалов отдельно и могут весить больше за счет той же самой облицовки. Это готовый камин, который может ставиться на свайные полы, на лаги, но при этом выглядит также внушительно, также красиво и имеет такое же разнообразие по дизайну. Если у вас уже есть печь-камин Astov, вы можете зайти в комментарии и написать о своем опыте эксплуатации. Понравилась ли вам эта печка? Могу сказать, что в большинстве своем отзывы будут только положительные, потому что печи действительно огонь. Следующая модель, которую мы рассматриваем, это печка Astov Kiwi. И она тоже по-своему оригинальная и выбивается из общего ряда модельного печей. Дело в том, что это печь, которая сделана в первую очередь с большим объемом камня. Есть две модели, которые с металлическими фронтальными частями, и есть модель, которая полностью в камне со всех сторон. Камень, который используется для производства этих печей, тоже может быть разный. На сегодняшний день это песчаник, который имеет фактуру дерева и очень классно смотрится в деревянных домах. Это классический талькомагнезит от производителя Thule Kiwi, который обладает максимальными теплоаккумуляционными свойствами и долго держит тепло. Это печка в серпентините, который тоже имеет разные оттенки, разный цвет, добавляет разнообразие. Соответственно, основной фишкой Kiwi является ее теплоаккумуляция. То есть это печка, которая после того, как у нас прогорели дрова, после того, как у нас, соответственно, остыли угли, способна набрать большое количество тепловой энергии и за счет конвекции, то есть движения воздуха, сохранять тепло в помещении. То есть это крутая печка в первую очередь для отопления и для теплоаккумуляции. Самая большая модель Astov Kiwi 7K в талькомагнезите может дополнительно держать тепло после остывания дров на протяжении 4-5 часов. Это отличный результат для тех, кому нужна печка не только для красоты, это, конечно же, есть, безусловно, но еще и как хороший, качественный отопительный прибор.
если вас интересуют печи, камины Астов и выгодные условия, переходите по ссылке в описании на сайт печь.ру, звоните нашим специалистам, и они предложат вам отличные условия не только по продаже самой печи, сама печь особо никому не нужна, но еще и по установке печи под ключ с дымоходом, со всеми необходимыми материалами. У нас работают топовые специалисты, которые много лет занимаются печами Астов. Бонус. Сейчас я вам расскажу о двух печах, которые вот-вот уже готовы и скоро выйдут на российский рынок. И я уверен, эти печки действительно его взорвут, поскольку они очень оригинальные и интересные. Первая модель — это печка R180. И это печка, которая имеет максимально большое радиусное стекло. То есть, по сути, это как печка с тремя стеклами, где вы видите максимум огня. Есть похожие модели на сегодняшний момент на рынке, но это печи супер премиального уровня, которые стоят каких-то невероятных денег. Я уверен, что у Астова эта печка будет работать круто, но при этом будет отличаться более приемлемой ценой. И следующая модель, которая вот-вот выйдет на рынок, это Aval 600. Это модель, похожая на R1, но R1 это все-таки небольшая печка мощностью 5-6 кВт. Aval 600 это печка, которая имеет большего размера камеру сгорания, туда помещается больше дров, она способна и дать большее количество тепла, по мощности она будет киловатт 8-9, и кроме того она будет иметь еще большую площадь остекления для помещений, которые 30-40-50 квадратных метров. Эта печка будет подходить значительно лучше, поскольку будет открывать и больше обзор и будет лучше обогревать ваш дом. Эти печи совсем скоро на нашем сайте. Следите, подписывайтесь. Кроме того, на нашем канале новое видео о стоимости печей каминов, новое видео о производстве печей каминов в полном цикле и также постоянно видео о новинках среди печей и каминов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!